Сотрудники правоохранительных органов приехали поздравить ребят из приюта номер один на улице Терешковой. Дети встретили гостей стихами, песнями и самодельными открытками. Сотрудники милиции, в свою очередь, приготовили для каждого подарки и сладкий стол. День Святого Николая. Мы со своей стороны хотели поделиться своими поздравлениями, своими пожеланиями, сделать так, чтобы действительно у детей в этот день был праздник. В связи с этим представители криминальной милиции по делам детей приехали в приют номер один, где вручили детям непосредственно подарки, сладости, фрукты. По легенде, Святой Николай дарил подарки тем детям, которые себя очень хорошо вели. И те детки, которые вели себя плохо, получали от него лозинки. Как оказалось, воспитанники первого приюта вели себя очень хорошо. Детки, вы рады сегодняшнему празднику? Да. А подарки вам понравились? Да.